Ну и в завершении выпуска Дональд Трамп еще до своей инаугурации встретился в Париже с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Правда, восковыми. Да и сам он был не настоящий. Восковая фигура избранного президента США сегодня появилась в Парижском музее Мадам Тюссо. Накануне такие же поставили в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. В столице Франции фигуру Трампа специально разместили в компании с российским лидером и канцлером Германии. Чтобы сфотографироваться с этой тройкой, придется выстоять длинную очередь.